А вот и мы, а вот и моя школа, и я опять приехал сюда, чтобы поболтать. Вот и мы, Bucks Talk, Thug Life, Нью-Йорк. Это 155-я улица, мы опять тут на районе. Только представьте, я ходил в эту школу, но меня выгнали из нее. Я стоял на отчислении, но я сам ушел оттуда, так как меня с моими 42-ками выгнали бы из нее по-любому. А через дорогу я ходил похавать в эту забегаловку, и мы жили дальше по дороге. Мы вообще снимали тут фильм «Авторитет». Еще надо сделать фото у этой решетки. Мы тут сидели и решили не идти в школу на уроки. Ты пойдешь? Нет? Все, решено. Не пойдем в школу. Ну, пошли обратно. Никаких телохранителей и охраны. И нету полиции. Только уличные парни, которые ездят от района к району, чтобы увидеть, как это все реально. И все не очень хорошо. Мы хотим, чтобы все знали, что Thug Life – это целое движение, которое представляет Гарлем, Бруклин, Бронкс и Стейтен-Айленд.